Добрый день! В сегодняшнем обзоре реле напряжения, называется ВП-3600, устройство, которое защищает ваши электроприборы от скачков напряжения. Идет в такой упаковке. Открываем, видим сам прибор и руководство по эксплуатации на русском языке с техническими данными, подготовкой к работе, порядком работы и так далее. Так, и сам прибор с евровилкой и с тремя кнопками для выставления нужных вам параметров. Переходим к техническим данным устройства. Рабочий диапазон напряжения от 120 до 380 вольт. Максимальная коммутируемая мощность 3,6 кВт. Время срабатывания устройства при аварии, или другим языком, другими словами, при выходе напряжения за рамки вашего диапазона 0,02 секунды. Погрешность индикации напряжения 1%. Время включения или время задержки от 1 до 999 секунд. Дискретность установки порогов напряжения 1 вольт. Габариты 130 на 80 на 65 мм, масса менее 170 грамм. Переходим к демонстрации работы устройства. Будем изменять напряжение с помощью латра лабораторного автотрансформатора. В роли нагрузки будем использовать лампу. Итак, латр подключен к сети. На выход латра подключаем устройство защиты, горит красный индикатор, значит, что нагрузка не подключена. Так, выставление нижнего предела УДН, заводская установка 175, выставим 180 вольт. В течение нескольких секунд наше изменение запишется в память устройства. Подождем. Тут порядка 7-8 секунд. Так, теперь выставляем верхний предел УДН, нижний. Вот это УП верхний. Заводская настройка 245. Выставим 240 вольт. Итак, нижний 180, верхний 240. Так, и время задержки выставляем. Нижний, верхний и время задержки. По умолчанию 20 секунд. Пусть будет 5. Так, записано все в память. Подключаем лампу. Выставляем в рамках нашего диапазона напряжения. Через 5 секунд нагрузка подключается. Загорается зеленый индикатор. Выходит за рамки диапазона по нижнему пределу. Снова в рамках диапазона. По верхнему пределу. И снова в рамках диапазона. Так, есть еще установка заводских настроек, а они нижний предел 175, верхний
245 и время задержки 20 секунд. Зажимаем кнопку Set. Это нижний, это верхний, это время задержки и вот это заводские установки. И чтобы отключить нагрузку, нажимаем Set и ждем Off. Нагрузка отключена, загорается красный индикатор. И помним, что установка значений верхних и нижних пределов будет зависеть от подключаемой нагрузки. Так, для холодильников и кондиционеров это, как правило, нижний порог 180 вольт, верхний 245, время задержки лучше несколько минут, 5-10 минут. Для аудио-видеотехники, как правило, 160-250 и порядка нескольких десятков секунд, 10-20. Ну а заводские установки завода-изготовителя 175, 245 и 20 секунд. На этом обзор заканчиваю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!